какая хорошая новость сразу. Первое. Российские ученые разработали новый класс препаратов против ВИЧ. ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Ученые из ФИЦ биотехнологии РАМ разработали вместе с коллегами из США и Италии. Вот, кстати, это, как же это символично. А вот пока, значит, политики – это самое, а ученые – это самое. Работают в сотрудничестве, в содружестве. Значит, разработали прототип нового препарата, способного очищать нейроны мозга от клеток вируса иммунодефицита человека и блокировать создание новых. Молекула, которую они синтезировали, способна проникать в нейроны, уничтожать там вирус и блокировать формирование ключевого фермента, отвечающего за его размножение. Ну, насколько я понимаю, это пока, то есть, рано пить шампанское, так сказать, человечеству. Но, тем не менее, это уже такой заметный, внятный шаг на пути к победе над этой страшной, конечно же, болезнью. Да, Жень? Да, мне очень радостно за наших ученых, которые принимают участие и делают, ну, как бы, достаточно весомые, дают весомый вклад в развитие абсолютно